Да, брат. Здорово, брать. Слушай, есть тема интересная. Даже так? Да, ты приезжай и увидишь. Ну окей. Есть прям интересная темка. Ща буду, брат, сейчас. Давай, я на граде. Жду, жду, жду. Погнали! Здорово, Тёмыч. Здорово. Чё ты там? Я? Чё там интересного? Ну-ка. Чё звал ты? Ниссан Жнюк. Это кто? Ниссан Жнюк. Ну, Ниссан Жнюк, а чё мы... Что тут интересного? Зачем ты меня звал? Ну, человек Скажи хочет мне. На тест, а мы Ниссан не снимали. Тем более Жука. Какая оптика, посмотри, прям фара. Ну да, большая, большая фара. Фара огромная, Тём, огромная. А габарит фара. Какой? А это чё, вот это габарит, да. Что ли? Короче, смотри, габарит я уже снял. Так, чё там стояло? Это что? Это глаз в синий окрашенный. Это чтоб типа белым светить, а? Ну он не светит. Не светит. Не странно. Чё туда, чё запихнем? Блин, холодно, ёмно. Эмлинс впихнем. Эмлинс? Да. В габарит? Нет, красавчик. Габарит мы впихнем. Я смотрю, Вендик, да? У нас тут Вендичек. Вендик самый топовый. Вообще красавчик. Это получается габарит. Так, а вот в основном свете что тут стоит? Ты а прям сказал, прям интересно будет, прям аж обосраться невозможно. Читай. Не вижу, я слепой. What is the fuck? Хорошо. А, вот так, да, покрупнее. Читай. Для особо одаренных. А срань, блядь. 150 плюс. Найтбрейкер. Огонь, Найтбрейкер. Вася вообще. Сколько денег ты мне скажи? Можно я не буду? Не, давай, давай, все по чесноку. Она их купила в Биби за 2000. Вот это? Да. За двух? А поставим вот сюда. Жесть. Ты хочешь эмблинс поставить? Да. Ты думаешь, выиграю? Ну это 150-й остром по заявлению производителя. Это вообще небесный космический свет. Небесный свет. Ну то есть вот это вот против эмблинс, да? То есть против нашей замечательной эмблинс, блин, ты как бы вот это вот. Ну такое честное решение. Ладно, посмотрим, как этот обосрань покажет себя. Эмлинс, красавица наша, умничка, классная лампочка. Не, на самом деле, блин, ваш седьмой просто космос. H4 тоже жалоб вообще ни одной. Я думаю, зайдет. Я думаю, сейчас посмотрим и зайдет. Я уверен. Уверен? Уверен, это хорошо. Итак, ребят, замену ближнего. Не знаю, плохо видно или нет. Это Артём. Мы сейчас возьмем, Артём. Да, это я. Я здесь. Так, давай. Мы сейчас чуть-чуть подсветим там. Ты думаешь? А там есть что смотреть? Короче, снимаем фишку. H4. Где? Вот она, фишка. Снимаем с лампы. Тут все убого, страшно. Нет, тут вот эта штука снимается. По-хорошему. Можно убрать. Да? Она на клипсе, да. Я просто клипсом стал снимать, я так поворачиваюсь. Ага, вон. Снимаем резинку. Система... Как на Chevrolet Cruze, в общем-то. То есть у вас... Слезали откуда? Раз, ус, два, ус. Угу. Ус раз в сторону, ус два в сторону. Ус раз в сторону, два в сторону. Все. Так, убрал лампочку, да? Достали лампу, ага. Положили лампу, взяли цоколь. Так, цоколь от лампочки диодной. Поставили цоколь. Угу. Раз, ус, два, ус. Раз, ус, два, ус. Все. Все? Да. Взяли резинку. Одели резинку, угу. Посмотрели на лампу, ванночки поставили вниз, угу. Да, тянули с лампы туда. Там, конечно, капец места, вообще просто огонь. Вставили, провернули, все. Красавчик, фишечку одеваем, да? Да. О, подсвети. Да вот тут меню, да. Ништяк, а теперь здесь посмотрим, Тём. Блин. Ну да, ты прям нормально ее вставил, вон она стоит, шторочка снизу, красота, чтобы ближний был огонь. Габарит стоит здесь, сзади, ищем габарит, он, вот он, угу. Видите, просто его поворачиваем в сторону, достаем, лампочку я отсюда уже достал. Какой раздроченный габарит. Таким вот нехитрым образом, обычной отверткой, дорабатываем Ниссан Жук. Аккуратно, да? Самое важное, это аккуратность в нашей профессии. Ну, просто усики, потому что кто-то здесь уже... К
ковырялся. Аккуратненько. Подраздрочил. Так. Данное расщелье. Теперь плотно. Да. Вот, видишь, красавчик вообще. У тебя просто руки из правильного места, не то что у меня. Так. Ой, какая красота. Да? Не, фары прикольно, дрожатель огромный, фара огромная. В общем-то. Смотрится хорошо. Да, габарит смотрится. Ничего так. Габарит вообще огонь. И Млинс реально теплый. Вот и Млинс теплый, габарит холодный, ребят. Там вообще страсть, не смотреть лучше туда. Там плюс 150 хорошо. В габарите тоже плюс 150. Там вообще плюс 300, мне кажется. Она, да. Синяя окрашена. Надо это, там писать, плюс 500, плюс 800. Там синяя окрашена. Там какая разница, кто будет мерить, откуда плюс. Даже Финашин этот сам снимал, говорит, я не пойму, откуда они такой плюс берут. А сейчас новые Осром 150, сейчас 170 выйдет эти. А, кто-то уже выпустил плюс 200, GE, по-моему. Там уже все понеслась. Будем говорить честно, у галогена СТГ классно. У галогена шикарный, особенно если рефлектор вообще. Ну и да, у Млинс тоже вообще. Ну давай покажем СТГшку. Давай, да. Закрываем Млинс. Закрываем Млинс, у нас остается галоген. Четко СТГ, все видно. Ну, кстати, ярко. Прям даже для галогена, да. 150-й прям неплохо. Вопрос живучести. Да. Сколько она выживет? Сколько она выживет? Так прям хорошо. Прям вообще. Нет, зачет, за 2000, да? Прям, да. Да, теперь ты закрываешь, а я иду расскажу, да? Оп! Так, это у нас господа Млинс. Господа Млинс, мы теперь работаем по-новому, у нас там все на штативе, все хорошо, оператор, там монтажник, кто мы еще, кого мы взяли, гримера взяли, короче, всех понабрали, ребят, я считаю. Костюмера. Ну, костюмера, да, вот это вот все теперь от этого. Как... Ой, а мы, ой, чего? Как тепло здесь. Да? Ну, сидели, чипы остались, все хорошо. Мы еще померяем. Померяем. Так, что мы видим по Млинс, друзья? СТГ четко, с подъемчиком, не хуже галогена, и прям насыщенность капитальная. Сегодня прям реально бой темный. Сегодня прям такой 150 плюс где-то прям 300, мне кажется. Ну, мы насыщенный белый классный свет. Смотри, и сюда вот уходит, все хорошо, друзья. Я бы не сказал, что там есть какие-то засветы, поплыв. Все просвет. Так же, как не, ну галоген. Жуков, кстати, классно, классно, рефлектор сделан. Вообще отлично. Мне очень нравится. Ну, прям, слышно, для галогена прям ярко. Да. И у галогена прям рубленый, ребята, да. Тут какой-то. Почему? Вот у меня вопрос, почему вот здесь ровно, здесь такое потемнение? Ну, смотри, вот. У диодов такого нету. Вот оно уходит, а вот оно потемнение. Вот, то есть, ну, вправо и сам угол, да, он сам угол, вот эта часть уже затемнение. Ну, а тут, глянь, яркость какая. Если бы сейчас, конечно, люксметр, может, там горячее пятно ярче, но, смотри, ну, реально ярче. Реально, вот здесь вот. Вот здесь вот даже, здесь нет этого прогала, то есть она целиковая за свет, хороший, смотри, как в бок уходит. И здесь даже свет, я не знаю, поместился там в кадр. Ну, короче, далеко, ребят, уходит прям хорошо. Где? Ну, СТГ есть там, СТГ есть там, зачет, переходим теперь туда. Итак, друзья, что мы будем иметь по эстетике? В Эндике, по сути, работает как ДХОшка. Здесь классно, заливает прям всю фару, она прям реально белая. Млинс тоже классно, то есть сочетание топовое, но, наверное, все-таки, если бы мы сюда поставили Bravio 16, по цвету было бы больше совпадений, и оно было бы прям топовее. Потому что немножечко все-таки Вендик холоднее, чем Млинс. Млинс все-таки чуть-чуть потеплее. Идеальное сочетание. Что-то там светит, типа белым. Желтый, он же в синий покрашен. Желтовато-белый. Он же в синий покрашен. Белый. Ну да. Значит, белый. Ну блин, ну заливка никакая. Ну фара, да, фара желтая, обычная, стандартная. Красивая. Красиво. Безумно. Некрасиво. Красиво. Некрасиво. Пойдем посмотрим дальше. Итак, ребята. Да. Косяк один. Сразу. Красота. Сразу объясняю, косяк один. Да. Фары лежат почему-то внизу. Просто вниз направлены, ребят. Да. Это вот как раз корректировка, настройка. Поэтому прям объективного такого теста прям, ну, не получится на дальность. То есть, да, мы дальний сейчас включим, поймем, как светит дальний и там,
Но на ближке свет лежит, ребят. Просто лежит. Вы сейчас поймете, он просто внизу, что галоген, что да, фар вниз опущен. На 30 где-то метрах. Ну, как бы фары, скорее всего, не подвергались никогда корректировке, о чем мы говорили. Что, друзья, и из-за эксплуатации у вас фара трясется, а потом как-то вот светит вниз, света нет, люди жалуются, вот что угодно пихает, да. Но, ну ладно, сделаем вывод, как бы, давай посмотрим, что у нас получилось. Да. Так, отходим, да? Что мы будем сначала закрывать? Или как? Общую карту. М-линз закрывай. Давай закроем М-линз. Так, вот закрываем М-линз. У нас есть галоген. Ну, типа светит. Типа... Желтеньким? Желтеньким. Это Lightbreaker плюс 150, который должен светить беленьким. Не беленький, желтенький, хоть и без. Ну, типа, что-то даже там далеко. Так вроде и неплохо. Прям хорош спит, ну. Ну да. Ну-ка дай-ка вторую. Че? Давай. Оп. Так. А насыщенность больше. Насыщенность-то выше, друзья. Раза в 3-4 да. Но мы видим конкретно, да, вот эту вот галочку мне нравится. Прям, знаешь, так слева отсекает и пошла вправо шире свет. А. Но, ребят, насыщенность выше. Красиво, здорово, в принципе. Свет белый. Такого, я же говорю, мы расстояние не можем померить, они одинаково в пол светят. Если бы, допустим, сейчас вперед бы светило, как наш седьмой, да, там было бы видно, наверное, вон там вот на гаражах. Но у нас обоюдно, как бы, они светят обе недалеко, нет какого-то прям разделения, но от белого, реально, от Эмлин, свет более насыщенный. То есть, хоть стреляйте, но вот, факт, да? Греется сильно. То есть, что греется? Сильно греется. Где? Ага, жопа, что горит? Запах жопы паленый, прям паленый жопы, потому что асрама верующие сейчас скажут, вон оно, желтое в дождь лучше. Давай. Ну, факт. Доделаю. Белый кайф. Кайф белый, ребят. Я не знаю, что еще сказать, у меня сегодня руки свободные. Хе-хей. Давай включаем дальний. Так. И... Ну, давай что-нибудь сначала закроем. Давай, М-линз или... Ну, М-линз, друзья, М-линз, дальний свет, чё, хорошо, далеко, гараж освещен, ярко, насыщенно, белый свет, чё еще вам надо? Красота, мне нравится. Пучок прям открывается. Да. Я закрою. Так, готовишь? Так, теперь у нас обосрали. Тусклее. А? Ну, тусклее. Тусклее, ну, да. Ну, тусклее. Желтоватый, тускловатый, в принципе, там... Будь он можно, хоть... знаете, так можно сказать, что чуть-чуть даже на уровне, чуть-чуть, но не сильно, не сильно, на уровне, нет, ни в коем случае. Пусть он будет даже плюс 200, плюс 250. Да, ну тускловат, тускловат. Факт остается фактом, ребят, а насыщенность про... выше у LED. Не, ну диоды открываются быстрее, прям реально в разы быстрее. Но фары все равно лежат. Фары лежат, ребят. Ну, объективного теста не получилось сильно. И не получится. В плане красоты, ну да, здорово, красиво. А эстетику сейчас показать, да. Эстетику, давай покажем эстетику. Забирай. Че, ребят, что вам сказать? Вот сняли камеру, что, хорошо, здорово, прикольно. Вот так вот теперь покажи ходим эстетику. Опять. Эстетику, да что? Ну что, красиво, красиво, беленько. Да. Беленько, хорошо с этой стороны. Желтенько, не очень хорошо с этой стороны. Ну, прям... Блин, фары были настроены, прям видно было разницу. А так, ну, что вам сказать, друзья? Хорошо, здорово, Осром вроде бы неплохо, но у него все та же самая болячка, ребят. Нет гарантии, в течение полугода сдох, ближка особенно отваливается, да, вот эта спиралечка. И все, до свидания, Осром, за там 1800, 2000, там сколько, 1500, сколько они стоят? Вот эти? Да. 2000 рублей. Вот до свидания, 2000 рублей. Жалко. Эстетика выше, конечно же, следом. Ну, а по габаритам тоже отдельный вопрос. Да, 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 да. Заливка да. Бешеная. На этих фарах заливка просто бешеная. Не, ну, кстати, не смотрится так, чтобы что-то вызывало недоверие. То есть, вот M-Linz все-таки она тащит за счет своего цвета. Да? То есть, да, она побелее, но нет такого прям холодного отлива, нет ужасного. Синевы, нет, синевы. Да. Нет, опять же, у диода в чем преимущество? Нет опала самой фары, контактных групп и прочего. То есть... Живое все остается. И не выгорает, да? А отражать... Да, 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 да. Я как раз об этом и говорил.
Поэтому, ребят, ну, вот такой вот скромный тест. Я, вот лично я считаю, что все-таки победа за диодами. Да. Тут в любом плюс случае один. Насыщенность выше, ребят. По поводу Nightbreaker, да, светит неплохо. В этих фарах прям светит очень даже хорошо. Но ваш 7 нет. Ну, ваш 7 вообще никакая. Ну, ладно, это мелочи, это наши взгляды на жизнь. Рефлектор другой, то есть, да. Да, то есть тут все пересмотрели и немножечко по-другому. В плане габаритов эстетично, конечно, ярко, как ДХОшка смотрится в Эндик. То есть это прям вообще огонь. Поэтому да. Не зря приезжал, таком, не зря ты позвонил. На таком прям, большом прям. Вообще большом хорошо, стали, да. Он целиком заливается, и, конечно, жучие вот эти вот глаза смотрятся супер. Да. Так что, ребят, делать, конечно, вывод два. Да, естественно, да, писать да. Хейтерам комментарии нам, что вы твари, ничего не понимаете, это тоже за вами, ребят. Пишите, да, Галоген пишите. Тащит, Найтбрейкеры да, то. Да. Ой, какой возьмите топ. Кой-то, вы взяли паленые брейкеры. Да, там, да, все, которые в магазинах продаются. А еще паленые. Поставьте Ксенон H4. Четко вообще, огонь. Ксенон, блин, прям вообще тащит, особенно несколько тестов подряд, прям видели, что тащит, аж прям... Да. Ну ладно, мы все время будем говно для вас, поэтому не переживайте, ребят, ставьте все равно нам лайк, подписывайтесь на наш канал, да, комментарийчик, колокольчик, все делайте и переходите в группу. Там мы да. периодически что-нибудь разыгрываем специально для вас. Ну вы же делаете нас лучше, хейтеры, поэтому мы для вас живем и стараемся. Всем спасибо, пока, до новых встреч.